Всем привет! Сегодня у нас 16 октября, кажется. Да, вторник. Мне во вторую смену на работу. Поэтому я с утра дома. Вот миску помыла Филькину. Такая вот миска с котиком. Пока другую ему поставила, металлическую. Так, кофе я уже пила. Причем 3 раза. А время только 10 утра. Вот полотенчика висит, которое я покупала с Италии, с Римом. Ну, я тут вытираю руки, там все, тарелки, что-то мокрое оно какое-то. Сушится, короче. Так, ну что? Время 10:15. Что-то не видно нифига. Будильник. Часы. На работу мне к 12. Блин. Мне уже через час выходить. А я еще даже это... не начала собираться. То есть надо сейчас быстренько под душ. Накраситься, одеться и вперед. То есть мне надо уже собираться. То есть я сегодня опять в квартире не успела убраться. У меня вторая смена теперь в четверг будет. Может быть, в четверг с утра успею в квартире убраться. Вот я приду в 9 вечера с работы. Какая нахрен уборка? Тем более надо что-то есть, готовить. У меня там он курица размораживается. А так вроде поесть ничего там нет в холодильнике. С утра яичница тоже. Вот только поели недавно. Разбежались все на работу. И через час мне выходить. Так, на улице плюс 10. Обещали до 18 тепла сегодня. В Москве. На улице как красиво. Сейчас окно открою, поснимаю чуть-чуть. Наконец-то лес пожелтел. И наступила настоящая золотая осень. Видите, какой шикарный лес у меня под окном. Сейчас чуть-чуть приближу, хотя бы чуть-чуть. Я уж не говорю там сильно. Вот что у меня у подъезда. А вот с этой стороны дома, так сказать, через дорогу ближе к дому, там тоже лес, ну, только с этой стороны. Но мы когда ходим гулять в лес, мы ходим не на ту сторону, а на эту. Прям за домом спускаешься в лес там по дорожке. Не знаю, там видно вам было или нет, что за домом с той стороны тоже лес. Но это я могу вам с балкона снять, показать как-нибудь. Ну, у подъезда вот такие тоже деревья красивые. Там вот рябина красная у третьего подъезда. Такие вот красивые деревья. Вот такая вот утренняя. Вот такое вот утро в городе. Ну, лес, конечно, шикарнейший такой. Прям золотой лес стоит. Вот жаль, выходной мы не... Мы сходили, не погуляли в лес. Мы ходили, гуляли по городу вечером, в воскресенье, когда уже темнеть начало. Ну, еще так вот, сумерки такие были. Но мне хотелось днем погулять в лесу. Что-то мы никуда не вышли в выходные. Да что-то поругались, сидели надувшись друг на друга, как мышь на крупу, блин. Так все выходные просидели дома. Только в воскресенье вечером вышли, прогулялись. 2 выходных коту под хвост.
из-за ругани всякой. Да не знаю, что поругались, так что-то. Не хочу я об этом говорить. В общем, все из-за того же. Так, ну ладно, всем пока. Пока-пока. Пойду я видюшку выкладывать. Да, сейчас быстро выложу и буду на работу собираться. Всем пока-пока. Всех люблю, целую. Настроение хорошее. На работе все наладилось. Дома, ну, дома тоже, в принципе. Что нам делить-то особо? Ругаться из-за каких-то видюшек, это даже смешно. Мало ли, что я там смотрю, какие видюшки. Я чаще всего не видюшки смотрю, а смотрю, либо музыку сижу слушаю, либо кино какое-нибудь смотрю. Я вот пока была на больничном неделю, я столько фильмов пересмотрела. «Поющие в терновнике» посмотрела, 4,5 часа, там 4 серии. Потом «Крестный отец» фильм посмотрела. Потом «Лаки-лаки», ну как, «Счастливая Лаки» или «Удачливая Лаки». Ну, в общем, как-то так фильм тоже. Потом еще что-то я там смотрела. Если я сижу, уткнувшись в компьютер, это не значит, что я там видюшки какие-то смотрю. Я просто кино смотрю. Иногда сижу, лазю там в Одноклассниках, ВКонтакте, на Фейсбуке. Отвечаю там кому-то на это. Фотографии там у друзей смотрю. Еще параллельно сижу, музыку слушаю. У меня музыка там еще включена. Не значит, что я там видюшки какие-то смотрю. Может, смотрю иногда. Чаще всего комментарии читаю, чисто поржать просто. Ой. В общем, все хорошо. Дома все, ну, более-менее наладилось, на работе наладилось. Меня иногда заносит, конечно. Ну ладно, видимо, просто устала. Это, ну так, нервишки сдают иногда. А так вроде все хорошо. Ладно, всех люблю, целую. Стою на путь исправления. Больше материть никого не буду. Ни на работе, ни дома. Вообще, надо просто... Блядь, я сейчас заплачу опять нахрен. В общем, надо как-то жить. Ладно. Всем пока.